Малышня кушает бананы на кровати тут. Все кушают. И старшенькие, и младшенькие. Один Лёва потерял свой банан, потому что Моисей бросил свой, и отобрал у Лёвы. И Мелюшка отвернулся. Малыши даже пытались отбирать у старших. Представляете, какая наглёшь? Какой наглёшь? Что ли, Мелюшка слопал свой бананчик? Это Лёва не стал есть. Отдадим Емельке Лёвин банан. Так, ну, придумал ты тоже у Татоши банан забирать. Лёва, получишь? Татоша тебе надает. Надает тебе тумаков. Если ты будешь у него бананы отбирать. Ты что, совсем одурел? Отобрал у Татоши. А ну-ка, морда где? Емеля? Стой. Отдадим назад Татошке. Ну, ешь. Бесстыжие морды отобрали. Сначала малышня отобрала, потом Емеля. Ну что это такое? Как это? Ну, я помню, Казимир и Сава тоже позволяли иногда малышам отбирать у них что-то. Это просто так уступали. Это еще совсем не значит, что они теперь главные. Это как и у взрослых. Взрослые иногда поддаются детям. Ладно, так и быть. Ну, вы смотрите, какая наглёшь, какой наглёшь. Какие наглые крысята. У старших хотят отобрать. Подожди, что-то вы стали коготочки путаться. Плохо их состригаете, да? Вот у нас плед в пюрешке весь. Ну, уже, видите, уже спокойнее. Уже даже еду позволяют у себя отбирать. Так, давайте-ка покрывальце поправим. Видите, как уже подросли. Уже какие кабаняки. Емелюшка, а ты куда пойдешь, зайчик мой? Куда пойдешь? Посиди с малышами, посиди, побольше познакомься. Емелька явно хочет избавиться от этого народа. Хочет куда-нибудь пойти, спокойно посидеть в уголочке, без приставучих малышей. Что тут у нас с запиской куча мала? Ну все, уже вроде как-то потихонечку, уже получше, уже нету такого беспокойства ни с той, ни с другой стороны. Емелька хочет спрыгнуть, ну давай. Давай. Иди, идем. Спасу тебя. Давай, все. Спасение. Все, иди. Спасли Емельку. Татошку не надо спасать? Нет, Татошку не надо. Татошка будет тут бесконечно, пока я его не заберу. Будет бесконечно тут с малышами волтузиться. Он не хочет никуда уходить. Никуда не хочет Татошечка уходить. Эй, куда это ты? Емелька пошел под кровать в шуфлядку. Татоша будет здесь до последнего. Сколько малыши будут здесь гулять, столько здесь Татоша будет.